И всем привет, мои друзья! Мы сегодня едем на море. Вот на вот этой вот машине. Я надеюсь, что когда я буду на море, ни одна медуза мне не помешает. Все. Ну что ж, друзья мои, мы уже приехали на море. Давай посмотрим. Вот такой вот тут вид. Что-то грязновато, но думаю, то, что это нам не помешает. Сейчас мы будем купаться. Подожди, идем еще тут покажем вид. Я вижу, давай покажем вид. Классный. Вот тут вот такой видосик. Ни одной медузы нету. Вид покажем. И наши палатки. Вот так мы расположились. Прямо на самом берегу моря. Тимурыч, всё. Давай. Ну, в принципе, берег вообще чистый. Людей мало. Мы вон там находится у нас Бердянск. Так. Ну, людей мало, в принципе, шуметь не будут. Мы тут будем ночевать. И море спокойное, да? Да, очень спокойное море. Можем уже ехать. Ой, можем уже идти купаться. Пошли, давай. Гоу. Так, у нас тут ни одной медузы нету. Слишком. Честно говоря, я ожидал чуток иного. Приблизи, типа, чтобы... Да не надо приблизивать, можно подойти ближе. Я, чтобы было больше видно. Видно их хорошо. Ни одной медузы нету, вот да. Вот их шикарно видно. Ни одной медузы нету, блин. А где твоя палка? Тихо, блин. Ладно, надо будет дедушке сказать, чтобы меняли положение. А ты с дедушкой приехал? Ну да. А с кем ты приехал? С дедушкой, мамой, с тетей Настей, с двумя, А вон еще люди расположились. Мужчиной, двумя мужчинами, там Миша и Рома вроде как. В общем, с папиными друзьями да. Сейчас приехал. Давай заснимем вот этот берег грязный. Вот такая вот мерзость. Капец. Покажем медузное море. Наверное, море надо будет менять. Что, местоположение, да, мам? Да. Пошли. Ну, короче, как вы видите, я уже пришел вот сюда. Мы хотели купаться там, а теперь подумали, что лучше здесь купаться. Пойдем сейчас посмотрим на море. Тут море очень чистое уже, ну, я вижу отсюда вроде. И, короче, сейчас я буду переодеваться и идти купаться. Ну и... Фух, ну, я уже переоделся, будем сейчас идти купаться. О, вода такая хорошая. Здесь... Ай, блин, медузы! Ай, блин! Черт! Сегодня купаться точно не буду! Убью всех медуз! Ненавижу! Это то, что мне надо! Палка! Я их всех убью! Ну иди убивай! Давай! А вот большая плывет. Где? Вот. Ничего. Вот минута сейчас принесу. Да куда ты в мою сторону? Минус минута. А вон еще плывет, вон. А там в воде ее. Ладно,
на паузу. На паузу, на. Опа-на, медузка маленькая. Вот то, что мне и надо было. Сейчас я сделаю одну штучку. Первый раз не получилось. Я немецкий. Готово? Нет. Зачистил. Поплывали здесь грани. Давай, чисть морька и скоро купаться пойдем. Все! О, еще. Все! Все! Все, ей хана. Нет. Живая, ей надо вот тут. А теперь точно хана. Все, теперь можно купаться идти. Да. Все, море чистое. Давай, гоу. На старт, внимание, марш, гоу. Надо почистить морька. Все, друзья мои, включусь завтра. Удачи всем, пока. Ставьте, если что, друзья, кое-что забыл сказать. Сделайте красную кнопку подписаться серой. Ставьте лайки, так как это все было сложно убивать этих всех медуз. Палка почти сломалась, ну короче. Включусь завтра, подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите в своих комментариях, что мне добавить. В Майнкрафте, возможно, выйдет новая рубрика. Ну и все, удачи всем.